Здравствуйте, друзья. Сегодня приехали на улицу Широкую в станице Гастагаевской. Здесь строится дом нашей типовой 110 серии под кирпичом. Дом будет изначально сдаваться с газовым отоплением. Почему сюда приехали? Ну, во-первых, это дом свободной продажи. Его можно забронировать, если он вам понравился. Далее я сниму еще с высоты птичьего полета место. Оно тут очень живописное. Ну, сейчас хочу обратить внимание на забор. Посмотрите, здесь был небольшой уклон. Мы участок разровняли. И чтобы не было видно, вот, что там за забором находится, сделали такой высокий фундамент. То есть будет металлопрофиль. Очень такое уютное, тепленькое место. То есть, в принципе, как стена получается. Давайте сейчас выйдем. Ну, на доме заострять внимание не будем, потому что он, ну, реально таких обзоров я делал уже много. Он будет абсолютно такой же. Отличие будет только в земельном участке, поэтому о нем я и хочу вам сегодня рассказать и показать. Давайте выйдем на территорию, на улицу, и оттуда будет видно этот бугорочек, или как его правильно назвать, уклон, и потом с высоты еще полетаю на квадрокоптере, покажу окрестности. Посмотрите, там вдалеке видны дачи, это сот здоровья, сот автомобилист, сот черемушки, это садово-огороднические товарищества. За этими горами идет дорога, ну, в принципе, он ее видно, машинки едут, ну, навряд ли это с камерой видно. Эта дорога идет на Новороссийск, там вот за этими горами уже, в принципе, Верхнебаканский, Натухаевская и так далее. Ну, в принципе, как понимаете, место очень красивое. А с другой стороны, буквально-таки в шести, да что я говорю, в четырех минутах ходьбы есть остановочный комплекс. Это центральная улица Советская в Гастагаевской, и магазин там рядышком есть, тоже буквально 4 минутки идти. Подъездные пути, вот, которые мы сейчас наблюдаем, это не основная дорога. Основная идет за поворотом, там уже асфальт будет буквально метров через 150. То есть, как видите, домики все вокруг стоят красивые, новые. Микрорайон вот этот именно очень хорошо расстраивается. Посмотрите на карте вообще, где это находится. Думаю, сразу все будет ясно. У нас сейчас дом крайний на улице Широкая номер 1. Но в дальнейшем там еще планируется домики поставить. То есть как бы красиво будет, красиво. А теперь покажу, как это с высоты птичьего полета.